Сильвио Берлускони родился в 1936 году в рабочем районе Милана в семье банковского служащего. Еще в 60-е годы молодой Сильвио, получивший диплом юриста, стал девелопером и сколотил первоначальное состояние на строительных проектах в Милане. За 20 лет его бизнес разросся настолько, что в какой-то момент Берлускони вошел в список 25 богатейших людей мира по версии журнала Forbes. В 80-е годы он стал еще и медиамагнатом, владея тремя коммерческими телеканалами, рекламными фирмами и печатными изданиями. Тогда же Берлускони приобрел футбольный клуб «Милан», владельцем которого он оставался три десятилетия. В возрасте 57 лет бизнесмен-миллиардер решил войти в большую политику и сумел добиться успеха. Учрежденная им в 1994 году правоцентристская партия «Вперед, Италия» всего через два месяца победила на парламентских выборах. Платформа Берлускони была вполне популистской. В ней провозглашалась верность принципам свободного рынка, вера в личную инициативу, в ценность семьи, социального равенства и итальянских традиций. В первый раз он продержался на посту премьера менее года из-за коррупционного скандала. Но в 2001 был избран повторно. Тогда Берлускони поддержал совместный с США оборонный план по размещению систем ПРО на территории Италии. Берлускони умел оставаться доступным для каждого человека и умел проявить внимание ко всем, от глав государств до простых людей, несмотря на то, что являлся одним из самых успешных и богатых в Италии и во всем мире. После него нам осталось богатое наследие. Его политическая интуиция, его правоцентристская коалиция и умение сохранять связь с чаяниями и чувствами народа. Для своих поклонников Сильвио являлся харизматичным лидером, который повысил роль Италии на мировой арене. Для оппонентов же он всегда оставался популистом с антидемократическими наклонностями, который использовал государственную власть для набивания собственных карманов. Берлускони постоянно критиковали за темные делишки и за то, что он проводит VIP-рауты с элементами безудержного разврата. Смерть Сильвио Берлускони – это конец целой эпохи. Мы скорбим вместе с его семьей, его близкими, со всей партией «Вперед, Италия», правящей коалицией и правительством. Мы всегда были его соперниками, но в настоящий момент остается только отдать дань уважения одной из самых ярких фигур в истории политической жизни страны. Неоднократно против Берлускони подавались судебные иски, но ему удавалось избежать наказания. Лишь однажды он все-таки был признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Но даже в этом случае приговор 76-летнему экс-премьеру был смягчен с учетом его преклонного возраста. Правда, своего кресла в итальянском Сенате он лишился, но тоже временно. Критиковали его и за дружбу с Владимиром Путиным. В сентябре прошлого года Берлускони даже похвастался, что получил от Путина на день рождения русскую водку в подарок. И добавил, что в благодарность отправил российскому президенту итальянское вино. В условиях войны России в Украине многие сочли такой поступок дурным вкусом, но это было характерно для Берлускони. Сильвио Берлускони осуществил в этой стране исторические свершения. Многие его обожали, многие его ненавидели, но все должны осознавать, что он оказал беспрецедентное влияние на политическую, экономическую и общественную жизнь Италии, а также на спорт и шоу-бизнес. В общей сложности до 2011 года Сильвио Берлускони возглавлял 4 итальянских правительства, а на момент смерти являлся членом Сената. Некоторое время назад у него обнаружили лейкемию, а также рак простаты и проблемы с сердцем. В минувшую пятницу он был доставлен в больницу Милана в рамках курса лечения от рака, но через 3 дня скончался.